Всем привет! И сегодня хочу. Я уже сегодня у нас 3 сентября. Я сейчас хочу выложить сейчас 1 сентября, уже сделала. Я в ужасном состоянии, потому что я не знаю, я почему-то плачу сейчас. Я не могу понять тему, которую нам задали, потому что она нам. Вот, никто нам не объяснял какую-то тему, нам просто сказали, вот это вот все. Вы должны сделать. Вот и все. Мне не нравится вообще эта школа. Ты пошла в эту первую гимназию, как мне посоветовали все. Мне не нравится. Я сейчас расскажу, почему мне не нравится эта гимназия. Вчера у нас было 2 сентября, было 6 уроков. Господи, сколько мошек! Понимаете, они у нас почему-то завелись, эти мошки. Это ужас. Откуда они? Вчера было 2 сентября, было 6 уроков. Я пошла, конечно, у меня было нормальное настроение. Прихожу, у нас начинался первый русский язык. А мама мне позавчера вроде бы, нет, даже раньше сказала, еще в августе она мне сказала, там надо будет 4 тетради на каждый урок. 4 тетради. Я их сделала, то есть в обложку все вложила, там не подписывала. Принесла 4 тетради на каждый урок, там, да. Да, 4 тетради, как я правильно помню. Вот. Ну, начался уроки. Меня отругали. Первый день меня наругали из-за того, что меня не добавили в какие-то там группы. Не знаю, там где-то дети есть, и получается, меня туда не добавили, я стала виноватой. То, что я принесла 4 тетради, а надо было только 4 тетради на каждый урок, понимаете? Я откуда знала? Мне сказали там, как она написала родителям, там, сколько, 4 тетради. Понимаете? Я принесла просто 4 тетради. Ну, потом все так продолжалось, мне было ужасно, потому что просто, понимаете, учителя все очень злые все учителя. Это первое. Второе, то, что меня отругали. И у нас была эвакуация, или как-то там называется. Да. Знаете, куда нас вывели? Нас не повели в подвал там, а нас над школой. Ну, не над школой, а вот после школы поставили, и мы стояли. Понимаете? Если правда там что-то прилетело, то, ну, у них вообще ума, как я понимаю, нету. Я вчера просто пришла со школы, и надо было много уроков делать. Я начала там делать, мама не была, она была на собрании как раз таки. Мамы не было, но я решила что-то там посмотреть, хотя бы в Ютубе. Ой, не в Ютубе, а там в Яндексе. Как вот эти вот сочинения все писать там на английском. Надо больше 3 листов написать по-английскому, как я провела лето. Понимаете, я не могу, то есть так написать. Не знаю, где эти тексты все искать. Короче, я не знаю, как это сейчас делать, этот английский тупой. Ну, ладно. Мама приходит, она пошла отдохнуть. И она пошла в мою комнату, она расстелила там диван. Я пошла к ней. Я спала, она, то есть, пришла, я открыла дверь. И я заснула. Потом я заснула, и проснулась я где-то часов 3, наверное. И вспомнила, что я не сделала уроки. Потом я вспомнила, что завтра суббота. Буду дальше спать. То есть я проспала с 3 до 6 вроде бы так где-то. Сейчас решила делать уроки. Я ничего не понимаю. Мама сказала, придем и приду, и я помогу тебе. Я не понимаю даже, как сделать вот эти вот дроби. Когда я училась в России, у меня, то есть там были, то есть, понимаете, там компьютеры, они нам объясняли. Вот, там были добрые все учителя, мне там очень нравилось, то есть я все понимала. Здесь очень злые учителя не могут даже объяснить эту тему какую-то, даже повторение. То есть, я не понимаю учителя. Я училась, когда в России у нас был английский язык, нам говорили выучить какие-то там слова. Вот нам говорили там до,
20 выучить, то есть цифры. А тут в шестом классе мы уже должны делать просто знать все слова, знать, как они пишутся, знать, как... короче, это ужас. И я очень хочу перевестись вот сюда, вот в 10-ю школу, которая вот у нас дом, и сразу вот школа стоит. Понимаете, я хочу туда. Потому что там нормально хотя бы школа, не то, что вот эта гимназия. Гимназия, и там, понимаете, там даже потолки все сыпятся. Спортзал, это... Я сейчас расскажу, какой там спортзал. Нас повели... нет, девочки просто пошли, и мальчики. Мы спускались минуты три. Наверное, в этот вот, где там переодеваться, спускались, наверное, минуты три. Там горела одна лампа. Там не было вот этих, как... Ну как, конечно, были под землёй окна. Была одна лампочка. Одна лампочка. Когда мы спускались, все, мы там спускаемся, включаем телефон, и то нам телефона не разрешают брать. Кто-то там взял телефон и включил свет из девочек. Мы зашли, понимаете, как? Вот две комнатки. Они меньше даже этой нашей кухни. Вот, наверное, в раза четыре она меньше, эта комната была. Две комнаты, то есть мальчачья и девчачья. Вместо дверей были такие, как их... как называется, простынки какие-то висят, которые вот такие, вот дверь, например, такая, да, а простынки вот такие, я к примеру так говорю. Но мы зашли, там ничего не видно, кто-то там включил телефон, ну, как фонарик, и это было просто ужасно, там очень воняло сыростью, ну, это ужас просто какой-то был. Спортзал, он весь такой страшный, его никто не красил, наверное, там, ну, ему лет 300, наверное, этому спортзалу, он очень старый. Ну вот, хорошо, как-то так было. Мне это ужасно не понравилось. Телефон убрать нельзя. Увидеть телефон, что он у меня есть, да? Вот у меня есть телефон, да, если я его достала там даже на перемене, то мне его забирают и отдают в конце недели. Представляете? Как так? Скажите, как так? Ну, это был просто ужас. Мне эта школа ужасно не нравится. Ужаснейше. Вот, если можно было, я бы опять поехала в Анапу, и там бы училась. Но в Анапу поехать я не могу. И как-то так. Ну и всем желаю хорошего дня. Всем пока-пока.